У Магілёве тренд на скульптуры льву. Многие горожане ведают про то, что в хуткім часе Пушкинский мост упрыгожить 4 бронзовых драпежника. А вот с местом еще для одного льва архитекторы покуль вызначаются. Скульптор Владимир Кононов дал этому твору рабочую назву «Маска льва». Выкнана яна с гранитной глыбы, якую нашли на дне Днепра в районе доски Дашкалка. Скульптор працевал над твором ровно месяц. Лев, на его думку, отрымался достатково реалистичным и добрым. Зараз на финише полировочной работы Владимир Кононов потлумачил, идея именно такой тематики народилась спонтанно. И он не имкнулся следом за модой. Выник самого скульптора задоволил. Сподивается, что маска льва сподобается и магілёўчанам. Конечно, в общем-то, результат своего удовольствия получу, когда он будет стоять на месте. Также пропорционально сложен, в среде, солнцем освещен, как надо. И тогда он будет работать как скульптура. Но это маленький подарок. А всегда, когда подарок неожиданный, это приятно. И кому даришь, и кто дарит.